Доброе утро. Обещала сегодня поснимать Пятигорск, да? Думаю, сегодня буду выезжать, поснимаю Пятигорск. У нас туманный Альбион, у нас все затянуто, моросит и такой густой-густой туман. Сейчас с зятем выехали нам кое-куда надо. Так ухаживает эти боковушки, стекла протирает. Короче говоря, это Пятигорск откладывается. Потом поснимаю, когда погода будет. Нужно записаться. На ногти я записалась, нужно записаться еще на стрижку. Потому что волосы трус. Волосы у меня уже как у Алёнушки. Длинный такой. Вроде как и нравится, что длинный. И постоянно его закладывать. И постоянно его закалывать неохота. Как это, да? Как бабуля. Раз так собираю. Не хочу, хочу. Хочу с распущенным. Ухаживать. Все, благодарю. Садись. Все, что один зять курит, не бросает, что второй зять курит. Это молоком. Карина блинчики печет. Я должна была, конечно, с утра сделать хашламу, но мне некогда, мне нужно по делам с московским зятем. Короче, Каринка сегодня у нас на кухне. Меня замещает. Ладненько, переключимся. Все, я убегаю. У нас зато дома опять планируется мини-ремонт. В гостях Артем, я налила кофе, оставила его с мужчинами, потому что гардеробную сделали, посчитали с ним. Но это было когда? Полгода назад. О, освещения нет. Заморозили этот проект. На днях зять говорит, звони Артему, заказывайте прихожую. Нас дома много людей живет, и у каждого свое мнение. Один хочет так, другой хочет... Один хочет шкаф, другой хочет гардеробную. Короче, мы первоначально нарисовали проект. Сейчас чуть-чуть его они изменяют. Короче говоря, у нас что? У нас ожидается опять ремонт. Не ремонт, а чуть пристановка в прихожей. А я вышла до девчонок. Девчонки меня сегодня пригласили в кино. Мы идем нашим женским составом, ну, без мамы. Идем в кино. Сейчас они на Валберис поехали, пока мы тут с Артемом чуть-чуть дорабатывали. И вышла я. Я уже не могу. Он смеется, говорит. У вас, говорит, весело. То одно, то второе, то так нарисовали, то переделали. В кино не была 100 лет. С удовольствием сейчас пойду. Все девчонки говорят, подъезжаем, что-то их нет. Ну ладненько, еду в кино сегодня. Сегодня какие еще новости? Больше никаких новостей. Заказали сушильную машину еще сегодня. Ездили, выбирали. Вчера 2 дня ездили, выбирали. Наконец-то выбрали. Мы приехали за Людмилкой. Она тут на ногтях была. Посмотрите, как красиво украшена. По-моему, вот первый салон, который в городе украсили. Уже больше недели. Да? Да. Что-то они заранее прям. Это Марвел?
это за витрина? Что это за Дед Мороз? Снеговик, то есть. Снегурка, это же это печально. Мы после сеанса пришли, девчонки духи хотят себе купить. Выбирать не будут, они за своим ароматом пришли, господи. Фильм понравился. Если кто-то собирается идти на Черную Пантеру, то рекомендую. Вот тут музыка, я отключаюсь. Все, мы приехали с фильма. Карина, завтра день матери. Карина заказала тортик небольшой маме. Не забудьте, кстати, поздравить своих мам. Все, кино посмотрели, тортик маме взяли. Кстати, это не реклама, это просто если кому-то надо, на кому вы обращаетесь. Девочка печет вкусно. Красивенько. Все, такой небольшой вложик. Про фильм я сказала, да, что фильм понравился. Обязательно сходить, у кого будет свободное время. Да, они нас это прогнали. Что-то девчонки приготовили. Мы маминым тортиком угостились. Тортик очень вкусный. Сердечко маминого Василия. Малиновый. Так. Сидим, ждем, что там нам девчоночки. Ой, какой букетик красивенький. Поздравляю вас с Днем Матери. Всем, кто не на ПП, а это всем, кто на ПП. Спасибо. Спасибо. Какие красивые цвета, да, красивые. День матери. Спасибо, родная. Не хочу даже пакеты снимать. Пакет, конечно, такой интересный. Они, наверное, в прошлом году дарили розы вот в таком цвете, фиолетово-сиреневом. Обязательно, кто еще не успел поздравить мамочек, обязательно поздравьте мамочек с праздником. Чтобы за... Какую яму закрыть? Ну, там заезд. Я хочу. Ты хочешь ему этот поменять, да? Не поменять, я хочу ямку закрыть. Которую... Зацементировать, да? Да. Может, поедем сейчас в этот, да? Машины, чтобы не проезжали. Ну, как не проезжали? Вот, где, скажи, не проезжали. А там что? Пойдем посмотрим. Заезд. Пойдем посмотрим сначала. Сейчас можно я с братом позвоню? Да, конечно, можно. Ты мужчина, тебе зачем цветы дарить? Мужчинам разве цветы дарят? Для прикола. А, для прикола? Нет, даже для прикола неинтересно. Такими темпами скоро начнут. Сейчас я это дивенщик пока закончу. Думаю, не только цветы. Так. Это мы с этим шутим. Все. Такая красота. Еще раз всех мамочек с праздником. Всем пока. Увидимся завтра.